Очень маленькая и по объему, и по функционалу Pico Crypt прекрасно справляется со своей задачей. А задача у нее предельно простая – зашифровать файл или файлы на вашем компьютере. У Pico Crypt есть клон – Pico Crypt с прописной C в середине, которая давно не обновлялась, поэтому лучше качать с GitHub. Ссылку оставлю в описании. Приложение кроссплатформенное, скачаем для Windows. Объем 2,3 мегабайта. 2,3 Carl. Ну и вот такое оно. Предельно простое, ни одной иконки, собственно, за счет этого 2,3. Бесплатное с открытым исходным кодом и под капотом криптографический алгоритм XChaCha20. Как и у ближайшего собрата по простоте использования сервиса HetSH. Я делал про шляпу скринкаст, ссылка в описании. Кстати, XChaCha20 используют также Google и Cloudflare. Но это так, к слову. Итак, покажу сначала, как в принципе все работает, а потом пару слов о настройках. Закидываем файл или файлы. Если закидывать файлы, он создаст зашифрованный zip-архив. Устанавливаете пароль. Тут есть генератор паролей. Несмотря на простоту, генератор они сюда воткнули и даже настраиваемый. Длина и наличие отсутствия специальных символов. Удобная галочка «Скопировать в буфер обмена». Сгенерировали и, собственно, все. Вот такой пароль, предельно сложный. Как вы будете его хранить, это уже ваше дело. Но не знаю, стоит ли напоминать, что в случае потери восстановить его невозможно. Тут название и расположение зашифрованного файла, по умолчанию там же, где и исходный, и с тем же названием, но с добавлением расширения PCV. Название и расположение можно поменять. Encrypt — готово. Зашифровали. Вот зашифрованный файл. В принципе, программа очень удобна для работы с облаком. На диске можно и VeraCrypt зашифровать, а вот закидывать мелкую инфу в облако как раз удобно с помощью Pico Crypt или HetSH. Так что закинули в облако, скачали из облака, закинули в программу. Кстати, он не маскирует файлы, подобно VeraCrypt. И программа, и потенциальный злоумышленник знает, что это зашифрованный файл. Вводим пароль decrypt, то есть расшифровать. Такой файл уже существует, логично, он кидает в ту же папку, что и зашифрованный файл, а значит в ту же, где и исходник. Причем с тем же названием, поэтому поменяем название. Все, а вот расшифрованный файл. Ну и давайте по настройкам. С паролями тут все понятно, показать, очистить. Я всегда пользуюсь генерацией. K-файл – ключевой файл. Это дополнительная защита. Указывайте при шифровании какой-то файл, любой. И при дешифровке этот файл должен быть в наличии в неизмененном состоянии. Причем может быть не один файл, а несколько. Можно, кстати, не устанавливать пароль, а использовать только файлы ключи. Сейчас покажу, но сначала еще пару слов о продвинутых настройках. В принципе, тут полезны только вот эти две галочки. Compress — это дополнительное сжатие. У меня ужал 2 дока и 1 PNG в 5 раз. И Delete файл — это удалить исходник. Вообще логично, если вы шифруете, исходники удалять. В данном случае он удалит его автоматически. Кроме того, тут есть Paranoid мод. Подключается дополнительный алгоритм шифрования Serpent. Действительно, немного параноидальная функция. Read Solomon — дополнительный способ проверки-исправления ошибок в случае долгого хранения. Ну, скажем так, если в результате хранения у вас повредится не более 3% файла, у вас появится надежда. И Split into Chunks — делить полученный архив на фрагменты. Вообще не очень понимаю смысл, возможно, это рудимент от прежних времен, когда архивы нужно было пилить на части для записи на CD-DVD. Кроме того, тут есть комменты, просто комментарии к файлу. Они не шифруются, имейте это в виду, так что не пишите туда пароли от файла и любую другую чувствительную информацию. Так, не будем ужимать, название совпадает, поменяем. Зашифровали. Напоминаю, без пароля, но с файлами-ключами. При расшифровке, соответственно, пароль не нужен. А нужно добавить эти файлы и все. Получаем дешифрованный файл. Мне кажется, разработчики все больше и больше упрощают шифрование с одной целью. Они как бы говорят: ребята, ну пожалуйста, шифруйте, ведь это же так просто. Присоединяюсь, если есть чувствительная информация, лучше зашифровать, чем не зашифровать. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо.
Это говорю вам я, Вова Ломов, и теплица социальных технологий.